сильный и... Надо отдать должное, Гида залетел, внимание на это обратили. Это Диваю и нет, ошибка, и в свою очередь ошибается, и игрок хороший и верно себя ведет в этом плане, ну и Камаронезин, конечно же. Так что Ювентус выглядит в этом, ну вот в этой игре он уже прежний. Длинный пас налево. Шевченко. А ее успел отдать мяч Апе. И хороший темп, хорошая игра. Есть оплошности передач мяча, но не без этого команды. Слишком откровенно отдавал первый переход. Здорово Пирло в отборе игры и разработанное, исполняемое на поле на Кошту. Кошта оставляет мяч Пирло. Тот и какой подкат чудесный. Вне игры, а игроки Милана пять раз залезли в офсайд. Счетом 3-1. Таким образом, Милан добавляет и набирает 3 очка и 64 в общем. И 55 остается у Ювентуса.